Эти ребята о самой кровопролитной войне знают не только из истории. Рассказать о ней могут, пожалуй, больше, чем остальные. В музее имени Фелицина на встрече с губернатором представители поисковых организаций со всех районов Кубани. Причем, как видно из состава приглашенных, девушки военно-патриотической работой интересуются не меньше, чем парни. У всех большой опыт участия в экспедициях. За несколько лет ими найдено огромное количество документов военных лет. Почти 11 тысяч солдат Великой Отечественной было перезахоронено с помощью поисковых отрядов. Удалось установить имена 225 солдат. Несколько тысяч молодых ребят посвятили свою молодую жизнь этому, на мой взгляд, очень большому делу. Мы восстанавливаем справедливость, восстанавливаем память, да, о наших погибших. Неважно, земляки не наши или те, кто воевал на кубанской земле. Как говорил Суворов, да, еще, война не закончена, пока все не найдены. И, собственно, этим вы и занимаетесь. Наша общественная организация – одни из самых многочисленных в стране, да. И это говорит о том, что вот этот дух патриотизма, особенно с молодых лет, он у нас воспитывается, он у нас есть, он у нас живет, и этим мы отличаемся от других регионов. А значит, отношение к павшим, отношение к захоронениям, к поиску останков вот тех, кто защищал нашу родную Кубань, у нас огромное уважение. И мы, я считаю, что чувствуем свой долг найти максимально большее количество тех ребят, молодых ребят, которые отдали свою жизнь во имя этой победы. Главные темы, которые сегодня на слуху у всего мира, сегодня тоже обсуждали на встрече. Возвращение Крыма. Ребята скромно умолчали, что среди них есть даже те, кто вместе с казаками поддерживал порядок на полуострове. Участник Краснодарской поисковой организации «Арсенал» Роман Зимченко за Крым получил 2 медали. Сегодня, как и остальные россияне, переживает за события на юго-востоке Украины. Ведь сегодня там также борются за мирное небо над головой, почти как в страшные 40-е. Тогда радист Степан Неживлюк, родом из Украины, воевал против фашистов и был награжден в свои 25 лет 2 орденами Ленина Красного Знамени и медалью за отвагу. До наших дней сохранились лишь некоторые предметы одежды солдата. Сегодня их показали Александру Ткачеву. И вот этот ведь Неживлюк Степан Давыдович, он был в Житомирской области. И вот в плане последних событий, вот этим вот всевозможным правосекторам, вот этим всевозможным объяснить, чтобы сейчас, будучи, если как-то его попытаться воскресить, этого Неживлюка, чтобы он объяснил, за что он воевал, что такое фашизм, и имеют ли вот эти вот всевозможные товарищи сейчас говорить что-то о Великой Отечественной войне плохо. Ходят ребята не только в поисковые экспедиции, но и успевают принимать участие в военно-патриотических акциях. Одна из последних – автопробег «Кубань, Крым, города-герои». Маршрут прошел по 7 городам. Капсулы с землей из Новороссийска, Анапы и Туапсе, как память о боевых действиях, переданы в Севастополь. В таких акциях охотно участвуют не только юноши, но и девушки. Ольга Парфенова, к примеру, лучше остальных знает секреты Зорницы и за считанные минуты может собрать парашют. За плечами уже 10 прыжков. Вспоминает, как прыгала в первый раз с мешками с песком. Из-за легкого веса девушку не хотели допускать к прыжкам. Но это скорее увлечение. В основное время ребята изучают документы, найденные во время экспедиции. Отдельное место занимают письма с фронта. Эти письма, они вот очень трогают душу. Но мне кажется, молодежь их должна читать, потому что это чувство патриотизма. И вот мы должны знать свою историю. Кубанская молодежь собирает фронтовую переписку, из которой позже сформируют банк памяти. Об истории войны и подвигах солдат рассказывают письма, опаленные войной. Эта патриотическая акция уже стала традиционной на Кубани. Губернатору сегодня зачитывают письмо танкиста Голикова его жене, которое солдат так и не успел отправить. Такие послания с фронта порой были единственной нитью, которая связывала бойца и его родных. Сквозь пробоины танка я вижу улицу. Зеленые деревья, цветы в саду, яркие. У вас, оставшихся в живых, после войны жизнь будет такая же яркая, красочная, как эти цветы, и счастливая. За нее и умереть не страшно. Ты не плачь. На могилу мою ты, наверное, не придешь. Да и будет ли она могила? Приоритеты в работе, говорят участники поисковых отрядов, сегодня изменились. Недостаточно просто обнаружить военную технику, боеприпасы времен Великой Отечественной. Важно другое – найти останки погибших героев и предать их земле со всеми почестями. Сейчас поисковики считают большой удачей, если нашли останки, установили личность, нашли родственника и торжественно передали. Это считается, ну прям,
большой победой в рамках одного поискового отряда, когда мы проводим мероприятие, да, и перед этим говорят, что родственники говорят спасибо, да, они со слезами на глазах благодарят поисковиков. Хочу поддержать вас и продолжайте. Я очень надеюсь, что мы в это движение будем все больше и больше вовлекать молодых людей, а вы будете являться примером для них. Сегодня много в жизни соблазнов, возможностей, где можно провести время достаточно хорошо с друзьями, повеселиться. Но в это мирное время вы выбрали для себя путь тяжелый, достаточно непростой. А ведь многие родственники всю войну ждали, да? Вот он безымянный, он погиб, значит, они думали, что где-то он воюет, вот не пишет там почты, ну понятно, что это война и так далее. Ну а его уже нет. Это бесценная работа, ребят, я чисто сердечно хочу вас поблагодарить и сказать огромные слова благодарности. Впереди у ребят большая работа. Теплое время года намерены использовать по максимуму. Через 3 дня отправляются в новый поход. Губернатор ударил в рынду, дав символический старт подводной экспедиции, которая пройдет в Керченском проливе. Здесь шли ожесточенные бои в годы войны. Поэтому поисковики надеются обнаружить здесь останки кораблей и боеприпасы. Отметим, что экспедиция впервые пройдет уже на российской территории. Ранее добраться до этих мест поисковым отрядам было сложно. Евгения Матвиенко, Евгений Вольский, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал, Краснодар.